сразу скажу, что это видео не пригодно для просмотра на телевизоре, потому что качество будет фиговое. Доброе утро. У нас случился форс-мажор. О, что такая красная-то? Что это такое? Тебя расцарапало, что ли? У нас случился форс-мажор, у нас сломался ноутбук, и поэтому мы не можем монтировать видео. И мы не можем вытащить даже те видео, которые уже есть в компьютере, которые я снимала и скидывала туда. Будь здорова. Поэтому пока мой супермуж восстанавливает работу ноутбука, я буду вам снимать такие лайфы без заставок, абсолютно неоформленные, без музыки, потому что на телефоне это делать не умею. И, в общем, сегодняшний выпуск я буду монтировать на коленках своего телефона. И буду вот сегодня... Да что ж ты красная-то такая? И буду сегодня вам показывать просто наш день. Сейчас ко мне придет Наташа. Мы будем делать с ней маникюр, потому что я вот такая, видите, хожу. Остался один палец. Не, ну сейчас краснота должна пройти, вы не переживайте. Пройдет сейчас краснота? Ку-ку. Вчера зашла в Алант и купила щетки Эми. У нас все-таки уже полтора зуба, и уже надо чистить зубы. Выбрали вот такие. Но они, кстати, в детском мире тоже продаются, я видела. Твои щетки, да? Твои щетки зубные. Будешь зубы чистить, да? Кстати, зубные щетки детям менять строго каждые 3 месяца. Если для себя не соблюдаете таких рекомендаций, то для детей старайтесь не упускать этот момент. Надо сейчас быстро собраться. Сделали мне маникюр. Вот, мне очень понравился. Летний. Сейчас надо быстро собраться, покормить Эми и забирать Эрика с сада, потому что мы чим в театр. Суп. Из него я делаю сейчас пюре. Кормлю Эми и беру Эрику тоже в баночку. Может, где-нибудь по дороге получится в пробке покормить. В таком состоянии я оставляю кухню. В таком бардаке. Но зато мы успели собраться. Да. И спать будешь в машине. Я Зойка. Устала, хочет спать. Забрала Эрика из сада, и вот поесть успеваем мы только так. Эми я дома покормила, а Эрик ест в машине. Все, мама чемпион, мы прям выезжаем 11:57. В 12 я планировала выехать, чтобы успеть, чтобы дети поспали, и мы успели в театр. Малый театр. Мчим. Это нескончаемая пробка, мы просто стоим на месте. Как бы уже прям опаздываем. Чего? Нет, еще не смотрят, они тебя ждут. Сейчас мы приедем, они тебя заберут, и вы пойдете смотреть. Не хочу. Тебе понравится? Мне не понравится. Если не понравится, ты просто уйдешь, хорошо? Куда? Скажешь бабушке с дедушкой, мне не нравится, и вы выйдете оттуда. Ладно? Короче, Эрик очень расстроился, он прям расплакался, идти не хочет, но не знаю, попробуем все-таки. Может, у бабушки с дедушкой все-таки получится его как-то уговорить. Будут звонить мне, если что. Тут парковаться негде, и все места заняты, поэтому я пока буду кататься. Буду звонить. Вот наш привет. Вот наш ребенок, которому не нужен никакой театр. Вот так вот. Мама, иди домой. Бабушка с дедушкой приехали. Да. Эми вот тоже готова брата отпустить. Может, все-таки пойдешь? Нет. Да, я тебе уезжаю. Какие красные. Смотри, сади. Красные. Суперские билеты. О, смотри, конечно. Какие. Мама, я хочу домой. А что он дома? Дома ты каждый день. Да, дома ты... Шестой ряд. Уговорили. Здравствуйте. Спасибо большое. С Богом.
спросила она у балерушки. Разве ты не знаешь, что сегодня пойдет дождь? Дождь, как хорошо, воскликнула балерушка. Беду, наверное, надо ей памперс поменять. Эрик вроде остался с бабушкой, не плачет. Пришли менять памперс в туалет в малом театре. Но тут, конечно, ни столов, ничего нет. Жойка моя. Сейчас как-нибудь на коленках будем это делать. В малом театре я еще не кормила. Оставила дедушку. Пока-пока. Пойду, у нас там уже еще ничего не закончилось. Да. Мы не досидели до конца. Да. Но и то это прогресс, что этот человек столько выдержал. Для своего первого балета. Давай. Ой. Тебе понравилось хоть чуть-чуть? Да. Да. Кошечек словили. Все, идем к сестре. Дочь плакала, чуть расстроилась, моя когда мы девушка, пришли. С дедушкой была. Она, да, так, сейчас она перекус. Только вот сейчас вот стала плакать. Вот буквально минуты 4-3. Пока бабушка с дедушкой остались внизу и с детьми, я сбегала в Алан. Рядом была. Я теперь беру на две семьи, на себя, на своих и на сестру. Порвался пакет. Домой, проезжаем ГУМ. Это наш центральный магазин. Дорогой. А вон там, видите, Красная площадь, и там уже готовятся к майским празднованиям. Наверное, к параду, посвященному 9 мая. Вот мои дети счастливые, что наконец-то мы едем домой. Малышка. Какая малышка? Ну, спи, спи. Все, не трогаю, спи. Вон подготовки идут полным ходом. Туристы гуляют. Немножко вам центр покажу. Площадка. Тут идеально укачивать детей вот по такой дороге. Парк Зарядье. Опять что-то строят, опять пробки. Борис Немцов. Не показать вам набережную, потому что все закрыто стройкой. Готовится к каким-то весенним ярмаркам, наверное.
едем по улице Большая Ордынка. Тут сохранились старые здания, ну, конечно, отреставрированные, но тем не менее. Как будто не в Москве, да? Чего? Плохой музей, тут надо спать. У меня хорошая. Значит, ты не будешь спать? Угу. Понятно. А ты будешь спать, мадам? М? У тебя тоже хорошее настроение? Да. Расскажи мне, как тебе театр? Балет тебе понравился? Какой балет? Мы были сегодня на балете. Что там тебе понравилось? Заяц? Там не было зайцев. Конечно, не было. А кто там был? Котик. Еще? Мне понравился котик. Котик? Котик. А лягушка-балерушка не понравилась? Понравилась. А что она делала? Она хотела танцевать, да? Да. Получилось у нее? Не получилось. Не получилось? Угу. Почему? Не знаю. Сейчас у Мишки спрашиваю, что на ужин. У нас это ежедневный вопрос. Мне так не хочется всегда думать, что же поесть. Скажите, а вы прям всегда знаете, что у вас будет на ужин? Или вы также каждый день ломаете голову, что же приготовить вечером? Для меня вот очень удобный сервис доставки еды. Ты выбираешь блюдо, и тебе под эти блюда привозят продукты. Но если выбирать самим, то там получается на неделю, вот на двоих, вообще не дешево, там что-то около 3000. А если попадаешь на какие-то акции, то там за там 1500, где-то вот в районе этой суммы, там тебе привозят набор из 5 ужинов. Там достаточно большие порции, но вот в последнее время мы смотрим, вот эти промо-акции, они неинтересные наборы, там что-то прям ничего не хочется. Я очень люблю приезжать вовремя с Мишей, потому что он помогает... Где ты там? Потому что он помогает с детьми. Выгрузить детей, коляски, пакеты. Сейчас папа съест детей. Здрасте. Здрасте. Ты проснулась? Папа, я тебе расскажу, что я все это видел. Почему не расскажешь? Потому что. Матяра. Ой-ой. Креветка. Вообще незамысловатый ужин, да? Сегодня мы с Мишей договорились очень быстро и очень легко. Потому что обоим лень готовить и нет сил готовить. И поэтому пельмешки! Орехи замачиваю. Вы, кстати, замачиваете орехи? Они после воды такие становятся сочные, хрустящие. И очень полезно замачивать орешки. Семья пошла читать книжку про... самолет Дасти, который участвовал в авиаралли кругосветном. А я сейчас сяду и буду монтировать видео я сама. Напишите, пожалуйста, вот это уже конец, напишите, как вам наш сегодняшний день. Тему я перенесу в сообщество. Надеюсь, что YouTube выложит в то время, в которое я запланировала выход этого видео. И... в общем, жду обратной связи. И напишите, насколько критично вот именно такое качество видео, что, знаю, многие по телеку смотрят нас. Я, честно, была очень удивлена, приятно. Но вот это, наверное, не получится на телевизоре. Качество будет плохое прям. Любите быть родителями. Пока-пока.